Всем привет! Хочу показать то, чему научился меня Алексей Земсков на канале 3208. Вот смотрите, он правильно дает, как давать техническое задание мастерам для выполнения работы. Вот сегодня я покажу вам то, что он называет убогой раскладкой кафеля. Видите, кафель подобран мало что разные цвета, еще вот такие огрызки везде. И вот на полу. Это говорит о том, что раскладку не делали, кафель не подбирали правильно. Все в огрызках. Все везде, на самых видных местах огрызки. Самое смешное, что кафель подрезается, огрызки выкидываются. Вот. И когда остаются маленькие огрызочки, то и большие получаются выкинутыми не нужно. А вот еще что бывает после ремонта, когда не отложили 4 плиточки про запас. Вот. Глаз режет, все кривенько, шовчики не совпадают, места, которые надо огораживать, все горбатенькие, все неровненькие, с одной стороны кусочек вырезали, с другой кусочек прирезали. Вот такие мастера. Всем привет!